Согласно Конституции, судебное заседание открыто и гласно. И я, как слушатель, имею право участвовать в этом процессе. Здесь есть достаточно много места, здесь есть посадочные места. Соответственно, я имею право присутствовать на судебном заседании по санитарному делу. Нет. В качестве гражданина Российской Федерации. Заседание закрыто. Я в качестве гражданина... Не может быть закрыто заседание. Еще раз, представьтесь, кто вы такой. Представление устроить было просто сложно. Я не знаю.